Аким столицы Вахид Султанов встретился с активом города. На встрече обсуждали послание президента. Ее участники детально остановились на каждом из аспектов. Они рассказывали о проделанной работе в своей сфере деятельности и дальнейших планах. По словам Акима, задачи, озвученные в послании, в частности, внедрение новой модели развития города и создание комфортной среды для продвижения инноваций, позволят значительно повысить благосостояние казахстанцев. Участниками встречи были обсуждены все сферы деятельности, затронутые в послании президента. Как отметил Аким Бахыт Султанов, каждый пункт является фундаментальным для развития страны, а их реализация позволит уверенно войти в тридцатку самых развитых стран. Нынешнее послание стало логическим продолжением разработанных и выверенных временем программных документов, стратегии Казахстана до 2050 года, новой экономической политики нашей страны «Нурлы-жол» и плана нации «100 конкретных шагов». Участники встречи затронули и вопросы бизнес-климата. Напомню, президент поручил поддержать предпринимателей, списав с них штрафы, и помочь увеличить свое производство. Я хотела выразить слова огромной благодарности мудрой политике нашего президента. Я вижу, что все специалисты очень переживают и болеют душой за развитие Казахстана. От лица бизнеса мы поддерживаем послание о продлении действия программ дорожной карты бизнеса, где главой государства реально предложено на поддержку данной программы направлять ежегодно не менее 30 миллиардов тенге. Аким Астаны отметил особую важность реализации каждой сферы. Бахыт Султанов поручил обеспечить шаговую доступность как объектов здравоохранения, так и объектов образования для граждан, а также уделить особое внимание благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий. Марал Аманжолова, Астана, Хабар 24.